Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7, урок 35. Производим вычисления при помощи числового луча. Первый пример. 5 отнять 4. Мы становимся в точку 5 и передвигаемся на 4 клетки влево. 1, 2, 3, 4. И оказываемся в точке 1. Затем мы к 1 прибавляем 3. 1 прибавить 1, 2, 3. И читаем ответ. Ответ в данном выражении – это 4. Рассмотрим второй числовой луч. Для этого мы становимся в точку 3. Прибавляем 2 единицы. 1, 2. 3 прибавить 2 – получится 5. А затем от 5 отнимаем 4. То есть двигаемся влево на 4 клетки. 1, 2, 3, 4. И читаем ответ. Ответ в данном выражении будет равен 1. 5 отнять 4 будет 1. 1 прибавить 3 будет 4. 3 прибавить 2 будет 5. 5 отнять 4 будет 1. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.